Ich bin deutsche Parlamentarierin. Uns in Deutschland beschäftigt dieser Prozess sehr. Я член германского парламента. Нас в Германии очень, мы озабочены тем процессом, который здесь происходит. Russland ist Mitglied des Europarates und der OSZE und steht damit unter dem Dach der Länder, die sich demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien verschrieben haben. Россия является членом Совета Европы, а также членом ОБСЕ. И, соответственно, все эти процессы, которые происходят в России, они должны происходить в рамках тех демократических принципов, которые исповедует Европа. Insofern beobachten wir diesen Prozess vor allen Dingen mit dem Blick, ob diesen Prinzipien, ob Russland diesen Prinzipien genügt, und wir haben große Bedenken. В связи с этим мы наблюдаем с большой озабоченностью за происходящим здесь в России, насколько она действительно соответствует и следует тем принципам, и мы озабочены тем, что здесь происходит. Haben Sie genug Informationen? Sind Sie gut informiert darüber? Die Informationslage ist gut. Es gibt sehr viel Presseberichterstattung in Deutschland. Und wir haben natürlich auch über das Internet guten Zugang zu Informationen. Да, информация достаточно. Германская пресса регулярно освещает происходящие здесь события. Кроме того, в интернете, безусловно, можно найти всю необходимую информацию. Man zieht nicht mitten in einem Prozess Schlussfolgerungen. Es ist jetzt so, dass die Anklagepunkte voller Ungereimtheiten stecken und demnach ist kaum vorstellbar, dass es zu einer Verurteilung kommen könnte, wenn es wirklich hier nach einem Rechtsstaat zugeht. Говорить о каких-то выводах сейчас рано, потому что те обвинительные заключения, те обвинения, которые сейчас предъявлены, они полны противоречий и они недостаточно корректно сформулированы, чтобы можно было выносить какое-то обвинительное заключение и говорить о каких-то выводах. И, конечно же, они требуют доработки, если Россия движется в рамках тех демократических принципов, о которых мы говорили. Schönen Dank. Маша, да, я вам не напишу, а скажите, пожалуйста,